Руководители областной и городской избирательных комиссий провели сегодня совместный брифинг для журналистов. Речь шла о завершении регистрации кандидатов для участия в различных избирательных кампаниях. 9 сентября в области завершатся 12 избирательных кампаний. Будут выбирать глав ряда сельских и городских поселений, депутатов представительных органов. Принять участие в выборах пожелали 442 кандидата и 11 политических партий. Наибольший интерес, конечно, к Думе областного центра. Преодолеть препятствие под названием «регистрация» смогли не все. Из гонки почти сразу же выбыла партия «Роста», партия соцзащиты, партия малого бизнеса, союз горожан, союз труда и коммунисты России. Причина тому, как выясняется, количество подписей, которые оказались недействительными. Как пояснили в избиркоме, некоторые из них были проставлены несколько раз. Данные граждан не совпадали с данными паспортных столов. Неточными были и данные сборщиков. В целом, по закону, таких недочетов не должно быть больше 10%. Коммунистическая партия «Коммунисты России» были представлены 974 подписи, то есть максимум. Недействительными по четырем основаниям были признаны 195 подписей. 20,02%. Тоже недействительно. У всех недействительно. Недостоверных подписей у нас не было. Дальше. Партия социальной защиты. Было представлено 972 подписи. Недействительными признаны 161 подпись. Или 16,56%. В итоге на выборах в городскую думу зарегистрировано 85 кандидатов по одномандатным округам и 5 политических партий. Среди них «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР и партия «Яблоко». Им собирать подписи было не нужно. Также за победу будут бороться и 6 самовыдвиженцев. Кстати, в этом году специалисты провели и анализ качественного состава кандидатов. 2/3 имеют высшее образование, мужчин явно больше, почти 70%. По возрастному составу до 30 лет это 12%, с 30 до 40 лет 31,5%, с 40 до 50 23%, с 50 до 60 18%. Я сотая и десятая доля вам не говорю. И старше 60 15%. Сами выборы состоятся 9 сентября, однако тем, кто в этот день по каким-то причинам не сможет принять участие в процедуре голосования, можно будет поддержать своего кандидата в досрочный период. Он начнется 29 августа. Серафима Каршага, Алуз Гивандян, новости Новгородское областное телевидение.